Название моей проповеди «Кто прав, а кто нет». Кто прав, кто нет. Я начинаю с очень смешного старого рассказа. Вы помните, как два ученика великих учителей Торы? Шли по дороге и спорили по поводу одного духовного концепта. И их спор был очень горячий. И один сказал: «Не, я прав». А другой сказал: «Нет, я прав». И когда они уже не могли доказать свою правоту, остановились и взмолились: «Господь Бог, покажи нам, кто из нас прав». И Бат-Коль сказал, то есть голос с небес сказал им: «Прав Хаим». А Моше говорит: «А что, я не прав?» И голос небес говорит: «И ты прав». И тогда они сказали: «Ну, если и я прав, и он прав, как мы продолжаем?» И голос небес сказал: «Продолжайте спорить». В этом есть какая-то мудрость. Но мы, как община, должны понять, на какие темы мы можем спорить, а на какие этого делать не стоит. А мессер шили они акшав нутен бе формат аскама шел зикне кигила ламших лихадеш. Я то, что хочу сегодня, о чем я хочу говорить, о том, что мы согласились вместе со старейшинами общинами, мы хотим обновить понимание наших принципов, во что мы верим в нашей общине. У нас есть принципы написанные, мы верим в 1, 2, 3, это духовные вещи. И есть также принципы отношения человека с человеком, во что мы верим и каких принципов мы стараемся придерживаться. Я хочу, чтобы вы все открыли, пожалуйста, используйте священные писания, по-другому вы не сможете вместе со мной быть. 1 Коринфянам. Кен, пасу, псуким решоним, о хелек решон, что нахну курим, зе эгерет решона эля коринтим, перек решон, псуким 11, 12, 1 Коринфянам, 1 глава, 11, 12, 13. Вакаша, Юля. Из домашних... 11, 12, 13? Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят: «Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я принадлежу Машиаху». Разве разделился Машиах? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Здесь Павел пишет коринфянам, и он говорит: между вами есть споры. И я не очень люблю эти споры. Давайте продолжим в этом же послании Коринфянам, но мы сейчас перепрыгнем на 11 главу. И прочитаем 17, 18, 19. 1 Коринфянам, 11 глава, 17, 18, 19. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в общину, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю.
ибо надлежит быть разномыслия между вами, дабы открылись между вами искусные. וכאן אנחנו רואים ששאול אומר כן זה בסדר שיש ויכוחים. Здесь мы видим, что Шауль говорит: да, это нормально, что есть споры. כי כך ביניכם יהיו אפשר לראות אנשים יותר מוכשרים ללמד. Потому что можно выделить между вами более талантливых людей, научить их и понять, кто больше понимает Писание, кто меньше. В том же послании он говорит в одном месте, что споры — это плохо, а в другом говорит, что это хорошо. Они хотели добыть айом. על סוגי ויכוחים, על מה מותר להתווכח, וזה כן בריא וטוב, ועל מה לגמרי אסור, או כמעט אסור. И я хочу поговорить о видах споров, о чем стоит спорить, и это хорошо и здорово, а о чем не стоит, и это очень плохо. ועוד לפני שאני נכנס לפסוקים האלה, אני אספר לכם סיפור אמיתי. И до того, как я зайду в глубину этих мест Писания, я хочу рассказать вам рассказ. בן שלי יאיר לומד בכיתה י'. Мой сын Яир учится в 10 классе. ולפני כמה שבועות, и несколько недель назад, בבית ספר בשיעורי תנ"ך הייתה שאלה. В школе на уроке Танаха был вопрос. מה ההבדל? Какая разница между рассказом о сотворении человека? Мы об этом сегодня изучали. Игорь нам делал толкование. И какая разница между второй главой Бытия и четвертой? Первой и второй. בפרק א' כתוב, אם אתם זוכרים, в первой главе Бытия написано, וברא אלוהים את אדם בדמותו ובצלמתו. Написано, что сотворил Господь человека по образу своему и по подобию. אתם זוכרים את זה? Помните, да? ובפרק שני כתוב, וברא אלוהים את האדם מאפר של אדמה. А во второй главе написано, что сотворил Бог человека из праха земного. И посадил, и поместил его в Эдемском саду. И взял из него и сотворил жену. Обычно, когда изучают эти рассказы, есть такое отношение, что в первой главе говорят о глобальном творении, а во второй главе как будто берут микроскоп и смотрят очень близко на рассказ сотворения человека. Во-первых, есть оправдание такому взгляду, и это вполне нормально. Но правильный ответ, тот, который сказала учительница моего сына, был другой. И Амра, баперек алеф мицаирим вертикаль. Она сказала, что в первой главе рисуют вертикаль. Яхас о кешер бен адам ле элухим. Отношение или связь между человеком и Богом. Анахну цельмото. Мы его образ. Анахну неврану льет домим ло. Мы сотворены, чтобы быть похожими на него. Ве баперек бет. А во второй главе. Зе афек. Горизонт. Это горизонтальное отношение. Эйх ата бен адам хай. Как ты живой человек? Ми иша шелха. Относишься к своей жене? Эйх ата митьяхес ле анашим мисавивха. Как ты относишься к людям вокруг? וזה מחשבה מאוד עמוקה. И это очень глубокая мысль. וכמעט לכל דבר מה שכתוב בכתבי קודש. И практически все, что относится к священному писанию. אנחנו צריכים להסתכל. Мы должны смотреть с двух этих перспектив. Что за связь между землей и небом? И какая связь между людьми, между человеком и человеком? И, к сожалению большому, очень часто мы путаемся.
Есть те сферы, где нельзя спорить. А есть те сферы, где стоит нам спорить. И даже не приходить к окончательному ответу. И мы будем изучать эти места Писания из послания к Коринфянам. אז אגרת ראשונה לקורינתים. Первая Коринфянам. פרק ראשון. Первая глава. פסוקים מ-11 עד 13. 11-13 стихи. אני קורא שוב. Я еще раз прочитаю. Ибо от домашних лоиных стало мне известно о вас, братья, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились. А с кодем коль есть по аргаша. Есть такое чувство. Шекан эцель хевре ба Коринф каям викуах аль дварим руханим. Здесь, что у этих ребят в Коринфе был духовный спор. Они не согласились по поводу определенных теологий. А валим анахну мистаклим. באגרת אל הקורינתים מפרק ראשון עד פרק שמיני. Но если мы посмотрим 1 Коринфянам с 1 по 8 главу. ואני מאוד מציע שבבית אתם תיקחו זמן ותקראו אגרת אל הקורינתים. И я предлагаю вам дома действительно уделить время, чтобы прочитать послание Коринфянам. אז אנחנו רואים שיש פה משהו אופוזיט. Мы видим, что здесь есть что-то противоположное. וויכוח. И этот спор. Улоя бихлял аль теология. Этот он не относился к теологии. Ки теология шел рав Шауля и там и от пшута. Потому что теология рав Шауля была очень простая. Во-первых, решен умер, они мотив Машиах Ницлав. Он говорит, я проповедую вам Мессию распятого. Зе Машиу ая мотив. Это то, что он проповедовал. Ве баото перек умер. Иудим лифамим хошвим шани иштагати. А он говорит в той же главе, евреи думают, что я сошел с ума. Вегам эллинистим эмо хошвим шани иштагати. И также эллинисты думают, что я сошел с ума. Авал ани адайн мотив лахем рак Машиах Ницлав. Но я вам проповедую только Мессию распятого. Аз кодем ко ло элем сиба להתווכח על דברים תיאולוגיים, כי תיאולוגיה הייתה כל כך ברורה ששאול מסר להם. Потому и у них не было никакой причины спорить по поводу теологии, потому что та теология, которую Шаул им передал, была очень простая. ואם אנחנו ממשיכים לקרוא הפרקים הראשונים, если мы продолжаем читать первые главы, אז הוא פשוט מאשים את הקורינתים, он обвиняет коринфян, שהם שכחו על דרכי צדק, והיה שם זנות בתוך קהילה. Что они оставили пути правды, и у них был блуд в общине. ואם אתם תקראו פרק 5 כתוב, и если вы прочитаете пятую главу, там написано, ביניכם יש זנות ברמה כזאת שאין אצל עובדי אלילים. Он говорит, что у вас такой вид блуда, который даже нет у язычников. ופה אפשר להבין למה חלק מהאנשים בקורינת קראו, אני שייך לשאול, אני לאפולוס, אני לקייפה, ואני בכלל שייך למשיח. И здесь можно понять, почему община в Коринфянах разделилась, и некоторые говорили, я принадлежу Павлу, я Аполосу, я Кифе, а некоторые говорили, а мы напрямую принадлежим Мессии. И я объясню. Кодем коль, мими ламду анашим ба Коринф. От кого учились люди в Коринфе? Камуван ме итпатхут эмуна эцель иудим. Естественно, от развития веры у евреев. И мы знаем, что в первом веке в Израиле минимум 2 кивуним меод гдолим,
кивун шел Шамай и кивун шел Гилель. У фарисейского движения в первом веке было два больших направления. Направление Шамая и направление Илеля. Ваим анахну мистаклим ва еш дэрбэ катув альма ая викухим бен Шамай ва Гилель. И мы очень много есть написано информации споров между учением Шамая и учением Гилеля. Вэзэ ая бихлал ло теология. И это совершенно не относилось к теологии. Улай шам ве по кама иньяним теология мал рова викухим шелаем. Возможно, были небольшие какие-то теологические споры, но в основном споры были по поводу, как людям относиться друг к другу. Например, Илель говорил так. Илель говорил, что нельзя разводиться с женой ни по какой причине, кроме измены. И об этом, кстати, написано в Новом Завете. А Шамай говорит, если она тебе невкусный суп сделала, выгони ее. Естественно, и то были споры. Но это были споры по отношению человека к человеку. И ребята в Коринфах разделились, потому что были те, которые были учениками Шауля. И они говорили, да, там есть блуд, но давайте мы на это закроем глаза, все будет в порядке. А те, которые услышали учение от Аполлоса, говорили, нет, нам нужно жестко отреагировать на это. Почему я говорю? Я думаю, что они там зашли в спор, там, где нельзя было спорить. И Новый Завет и не только Новый Завет очень сильно говорят о отношении человека к человеку. И в отношении того, что происходит в обществе, в Торе есть очень много законов, которые такие же законы и для нееврейского мира. Ганавта, ты шалем альзе. Украл, возмести это. Натата макот. Кого-то ты побил, будешь за это наказан. Всегда есть ответ и суд. И Шауль здесь говорит, нельзя, чтобы у вас в отношении человека к человеку были споры. В одном месте он говорит, если вы хотите судиться друг с другом, не ходите на суды к идолопоклонникам, сделайте, рассудитесь между собой. Если кто-то следит за тем, что происходит в юридической системе Израиля, здесь то же самое говорится, не ходите судиться у других народов. Все, что вам, все споры, которые вам нужно решить, решайте в Израиле. И в принципе невозможно слишком много спорить по поводу отношения человека к человеку. Потому что священные писания и Новый Завет
нам заповедуют уважительно относиться друг к другу. Если кто-то для тебя сделал работу, заплати ему за эту работу. Если кто-то тебе помогает, будь открыт, чтобы помочь ему. И если вы видите грех, вам нужно относиться к греху, как к греху. Не закрывать глаза и не идти на компромисс. И естественно, здесь говорится про горизонтальное отношение. Но во второй главе, во второй части моей проповеди, там, где написано в 11 главе, здесь говорится только про отношения с Богом, о духовных вещах. И Шауль приходит к этому с 7 главы. И он начинает говорить про сложные вещи. Он говорит про идолопоклонство. Он говорит, что у нас есть только один Бог и только один Мессия, Искупитель наш. В 10 главе он говорит, как он думает, что нам нужно относиться к закону Моисея. В 11 главе, с 13 стиха, он вдруг начинает говорить о покрытии головы женщины. И он не просто так говорит, покрывать голову или нет, он говорит про странный рассказ, который произошел в Бытие 6 главе. Вы помните странный рассказ в Бытие, когда написано, что сыны Божьи сходили к дочерям человеческим, и они рожали нефалимов. ופתאום שאול ביחס לדברים האלה שהם קשורים לדברים רוחניים אומר טוב שאתם מתווכחים. И тогда Шауль все, что связано с духовными вещами, теологией, говорит, хорошо, если у вас есть споры. והוא אומר זה טוב שאתם מתחילים לדון על דברים שקשה להבין וכל אחד מביא דעה סובייקטיבית. Он говорит, это хорошо, что вы говорите о вещах, которые сложно понять, и каждый приносит свое субъективное мнение. Гам היום אנחנו רואים תמונה לגמרי שונה. И сегодня мы видим совершенно другую картину. אנחנו פתאום רואים קבוצות של מאמינים. Мы вдруг видим собрание верующих. שהם נסגרו, והם אומרים רק ככה צריך להבין דברים רוחניים. Которые закрылись и говорят, только так должны пониматься духовные вещи. אם אתה מבין אחרת, если ты понимаешь по-другому, אז אתה או еретик, או אתה בכלל לא שייך לגוף המשיח. Ты еретик и вообще не принадлежишь к телу Мессии. ומה שקשור ליחס בין בני אדם, а то, что связано с отношением человека к человеку, אז פה אנחנו מתחילים לדבר, או, הוא צודק, אולי הוא פחות צודק, בוא נתייחס לזה כך או אחרת. Здесь мы говорим, он прав или он не очень прав, давайте относиться к этому так или иначе. אני חושב שמאוד חשוב להבין הפרינציפ הרוחני. Я думаю, что очень важно понять духовный принцип. יחס בין בן אדם, отношение человека, חייב להיות מאוד ברור. Между человеком и человеком должен быть очень ясным. Мы здесь видим, ты сделал правильно или нет. И согласно этому мы относимся к этому. ויש דברים רוחניים, есть духовные вещи, שממש קשה להבין לגמרי את התשובה, которые очень сложно понять и понять ответ. ופה אנחנו צריכים להיות הרבה יותר גמישים. И здесь нам нужно быть очень гибкими. אז הנה דברים
שאנחנו כן חושבים בקהילה שלנו. Вот здесь вещи, которые мы да думаем в нашей общине. ודברים, יש דברים על מה כן אפשר לדון ועל מה שלא. И есть вещи, о которых можно рассуждать, а те, которых нельзя рассуждать. דברים רוחניים. Духовные вещи. אנחנו כקהילה וכמנהיגות וכחברי קהילה. Мы как община, как лидерство, как члены общины. Для нас есть некоторые вещи очень важны, туда мы даже не заходим. И я хочу сказать, что для нас очень важно верить в действие Святого Духа. И неделю назад мы были свидетелями о том, как гости, которые к нам приезжали, через них служил нам Святой Дух, и мы видели очень особенные вещи. И были люди, которые не почувствовали, не отнеслись к этому. Нет проблем. Это место, где каждый понимает по-разному, и мы никого не судим. И для нас, для лидерства общины, важно, чтобы просто все приносили добрый плод. Мы в этой общине не спорим и не подвергаем сомнению божественность Мессии. И если кто-то приходит и понимает по-другому, у меня нет проблем, чтобы ты был здесь. Но ты, мы не дадим тебе говорить об этом. И мы просто надеемся, что в один день, как Кефа, Петр получишь это откровение. Вы помните этот рассказ? Один раз Иешуа спросил своих учеников, что обо мне думают люди. И тогда Петр сказал, ты Мессия, Сын Бога Живого. И еще Амар, ло хезбирим. И тогда Иешуа сказал, ни кровь, ни плоть, ни знания открыли тебе это. Но Отец мой небесный. И мы здесь не спорим и не подвергаем сомнению основу еврейской веры. Слушай, Израиль, Господь Бог, Бог един есть. И для нас, как для еврейской общины, очень ясно и важно то, что написано в священных писаниях о особенном призвании Израиля. Но есть только много духовного материала, о котором вы можете спорить и размышлять и думать. Вы можете говорить сколько угодно и спорить о том, что вы думаете про характер Бога. А эсхатологии. Вы можете говорить о путях, как Божий Дух действует в сердце человека, о душе. Вы можете говорить про ангелов и что вы об этом обо всем думаете. Пожалуйста. Это только развивает нас. И дает нам возможность изучать и укрепляться. Но где нельзя, чтобы между нами были споры? Это когда мы видим, что появляется нужда или какая-то боль или какой-то грех. Или когда нам нужно сохранять еврейский характер нашей общины. Мы очень верим, что для нас нужно ободрять алию.
потому что Бог нам дал это слово ободрения здесь, в Израиле. Я хочу сказать, что просто на, в теологическом взгляде нашей общины, кроме 4-5 принципов, которые для нас являются основой, которые я уже сказал, остальные вещи могут подвергаться спорам. Потому что Священное Писание учит нас о том, что у Бога нет начала и нет конца. И Он превыше любой мысли и понимания. И Он приглашает нас размышлять и рассуждать, и даже спорить, если есть такая нужда. Но что касается об отношении человека к человеку, Священные Писания дали нам очень хороший пример. Нет сплетен. Если ты имеешь что-то против своего брата или сестры, иди и поговори между тобой и братом одним. Нет лжи. Нет сексуальных грехов. Эти вещи очень простые. И если мы понимаем их, мы можем выстроить сильную общину и наполненную Святым Духом. И в завершение я хочу прочитать также из послания Коринфянам, 16 глава, 13 по 14. И просто помните про горизонтальное и вертикальное отношение. То, что связано между нами и небесами, всегда не будет полного понимания. Потому что Бог велик, а мы просто маленькие люди. А то, что касается отношения между человеком и человеком, здесь мы очень ограничены в спорах и в толкованиях. Шауль умер, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Я хочу завершить молитвой. Давайте встанем. Я молюсь, Отец мой Небесный, за общину Шавей Цион. Я молюсь за наших гостей. И за тех, которые смотрят нас онлайн. Отец наш Небесный, ты дал нам духовные принципы, но ты также дал нам те сферы, где мы можем углубляться, искать и больше думать. Я молюсь, чтобы ты больше открыл себя нам. Как Шауль сказал один раз, о небесной мудрости мы говорим с более мудрыми людьми. Помоги нам быть взрослыми в духе. Потому что по мере того, как человек приближается к тебе, то больше света исходит из него. Сохрани нас от всяких еретических вещей. И помоги нам слышать голос Святого Духа, который направляет нас больше узнать Тебя, углубиться, почувствовать
И даже услышать твой голос. И помоги нам быть инструментами. Твоими инструментами. В земной работе. Я молюсь за нашу общину. За наших лидеров. Чтобы дал нам мудрость. Как управлять проблемами и спорами между людьми. И помоги нам ходить друг перед другом в простоте. Всегда быть настоящими. Покрывать всякие проблемы любовью. Останавливать грех. И быть быстрыми на то, чтобы помогать в нужде. Отец наш Небесный, я молюсь, чтобы ты укрепил взрослых и молодых. И помоги нам ходить в истине. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.